Мы с ребятами приехали поддержать их здесь, помочь возводить укрепрайон, рыть окопы, ну, дабы приблизить нашу победу. Если бы каждый человек хотя бы что-нибудь сделал, вот так, да, там, приехал на 5-7 дней и помог ребятам, я думаю, мы бы уже давно победили. Просто люди у нас, вот мы из Славянска, да, забывают о том, что идет война в нашей стране, в нашей области, идут боевые действия. Люди живут беззаботно и об этом абсолютно забыли все и не думают. У нас приехала группа из 7 человек. За это время мы сделали несколько огневых точек, таких хороших, для того, чтобы вести наблюдение и в случае обнаружения противника давать ему отпор. На переднем рубеже вот такая вот позиция делается 2 людьми за один день. То есть здесь удобно как наблюдать, так в случае обнаружения противника вести по нему прицельный огонь. Вот к вам сейчас приехали добровольцы из Славянска, которые помогают вам как бы облагораживать, оккультуривать укрепления. Как вы к этому относитесь? Очень благодарны им в этом. Будете еще? Ребята хорошие, общительные. Еще приглашать будете, если что? Конечно, если захотят с нами работать. Отсюда отпустит теперь. Покопаем, поедем в Славянск порядок наводить. Так всю жизнь. А кто там в Славянске? Сидит дома и скучает. Не знает, чем родине помочь. Поэтому есть предложение. Приехать туда, взять такую маленькую лопатку и помочь своему народу в этой бестолковой войне.